Всем привет! Я в магазине Fix Price, город Орск, на просвещение. Давайте смотреть ассортимент и новинки вместе. Смотрите, какие к нам пришли ежики. По-моему, это ежики. Светильник, ночник. Ну, когда достала, это уже как бы и не ежик, как бы мишка. И знаете, он мягкий. Видите, он какой мягкий. Такой светильник интересный на батарейках. Мягкий силиконовый ночник создает спокойную атмосферу перед сном. Три батарейки. И в комплект они не входят. И стоит он 299 рублей. Новогодняя наклейка, смотрите, на подарок. Снежное кружево 12,8 на 18,7. Объемный 3D. 59 рублей. Вот еще новогодняя наклейка. Шарики. 9,5 на 15,5 сантиметров. А это набор декоративных наклеек. Это уже не на Новый год. Здесь вот лаванда есть. Даже не пойму, что за цветочек. Наклеек здесь очень много. Ух ты, а это что такое? Тату для лица. Надо же. Здесь есть инструкция, как все это делается. Вырежьте, приложите. Через 30 секунд осторожно удалите и пройдите влажной губкой. А вот сколько стоит, я не знаю. А это пазл предсказания, фигурный деревянный пазл. Собери пазл, и ты узнаешь, что тебе принесет Новый год. За 199. Ох, какие тормоза, смотрите, нарядные. От Kitchen. 500 миллилитров, пол-литра. В нашем магазине две расцветки и состав: нержавеющая сталь и полипропилен. Подставка для банок металлическая, состав углеродистая сталь. И вот так она выглядит. За 199 рублей. А это корзина двухъярусная для фруктов. Тоже 199 рублей. Вот так она складывается. Есть даже инструкция. Здесь, наверное, лучше видно будет. Тоже углеродистая сталь. Огромные кружки. Big Boss. 199 рублей. 1 литр 40 миллилитров. Три расцветки. Я одно время как-то их уже показывала в другом магазине. И в этот тоже привезли. И состав фаянс. Доска разделочная. Не впитывает посторонние запахи и не способствует распространению бактерий и грибков. Состав полипропилен и пшеничное волокно. Вот так вот выглядит. И с этой стороны, и с этой стороны. Смотрите, есть противоскользящие наклейки. Также и с этой стороны, и с этой. Двухсторонние. Емкости для специй с ложечкой и с кисточкой 99 рублей. А еще есть и для меда. Состав стекло и полипропилен. Силиконовый коврик для выпечки. Тут разные расцветки. Есть и сиреневый, о, прям под мои ногти. И есть зелененький. И, по-моему, все с разметкой. 29 на 26 сантиметров. И в составе силикон. А вот ценник висит от другого коврика. На этот коврик я не знаю цену. Набор принадлежностей. Три штуки в упаковке. Лопатка, ложечка и ложечка с прорезями. Не знаю, как показать. Дерево. Так, сколько стоит? 149 рублей. А до этого у нас были просто ложки. За 59. 24,5 сантиметра. Тоже дерево. Формочки для печенья. Елочки, снеговики, снежинки, пряничный человечек, звездочка и колокольчик.
комплект из 6 штук. Размер формочек от 55 или от 56 до 70 миллиметров. Материал полипропилен, не содержит бисфенол А. Ну, цену я не знаю, тоже ценника нет. Штопор какой тяжелый, от Kitchen, 249 рублей. Простой и быстрый способ открыть бутылку вина. Станет отличным аксессуаром для виномана. Состав: оцинкованная сталь и полипропилен. Появились подставки под тарелку 30 на 40 сантиметров с карманом. Рогожка. Хлопок 100%. Вот карман. А зачем он нужен? Может быть, столовые приборы сюда складывать? Вот это я даже не знаю. 99 рублей. И все одной расцветки. Шоколадный Дед Мороз 60 граммов. 55 рублей. Также шокофигурка, символ года. Зайка. 99 рублей за 100 грамм. Печенье. Грибочки. 41 рубль по карте. 45 граммов. Желейные конфеты с начинкой. Задорная пчелка. Так светит. 59 рублей. 250 граммов. Печенье с шоколадной крошкой и изюмом. 400 граммов. 79 рублей. Ну, появились грибы маринованные, шампиньоны. Ботаника. 370 миллилитров. Молодцы. Везде раздали в светофор опята. Сюда маринованные шампиньоны. 370 миллилитров. 99 рублей. Да к празднику. Постарались. Так, что у нас еще здесь есть? Горошек зеленый, 6 соток, без сахара. 60 рублей по карте. И кукуруза молочная. Тоже 6 соток, 65 рублей. Натуральный продукт, без красителей и консервантов. Подходит для вегетарианцев. Так, изготовитель. Кабардино-Балкарская республика, город Нальчик, Россия. А также масло. Масло подсолнечное, рафинированное, кубанское любимое. 99 рублей за 1 литр. Еще одно. Меладора. 95 рублей. А это уже 0,9 литра. А зеленый горошек за 33 рубля. И фасоль красная 39,50. Оливки без косточек и маслины без косточек. Такие оливки, хороший сезон, стоят 79 рублей 314 граммов. А такие тоже без косточек, ботаника. Так же, как и маслины, 69 рублей за 280 граммов. На этом все. Кому понравилось видео, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. А я вас всех обнимаю и люблю. Пока-пока.